честь 75-й годовщины Курской битвы. Большое летнее событие World of Tanks. С 5 июля по 23 августа заходи в World of Tanks. Прямо в клиенте игры ты узнаешь обо всех главных событиях битвы. Увидишь, как разворачивалось сражение, и получишь условия боевых задач. Играй и получай кредиты, оборудование, снаряжение, личные резервы. Каждый день две новые задачи. Выполнить можно одну на выбор. Южное направление — для машин, которые сражались в Курской битве. Северное направление — подойдет любая другая техника от 4 уровня и выше. Задачи выполняются в случайных боях. Активация автоматическая. Просто нажми «В бой». Чем больше выполнено задач, тем больше этапных наград. Среди них три главных. Памятная медаль за участие в событии. Танк Т-34, экранированный, с уникальным стилем. Это опытная машина. В конце мая, начале августа 43-го года она проходила испытания на Курской дуге. Стиль танка выполнен на основе реальных тактических обозначений и опознавательных знаков бронетанковых войск Красной Армии. Последняя этапная награда включает особый стиль для любой техники всех уровней. Курская битва World of Tanks. Изучай ход сражения день за днем.